варю себе супчик. Ой, наваристый, с рыбкой. Смотрите, рыбка. Похоже на курицу, но поверьте, это рыба. Я вам сейчас ее покажу. Рыбка. Овощи. Картошка. Sweet potatoes. Оранжевая. Дальше будет имбирь, специи разные, это у меня базилик, и вместо масла буду добавлять коконат масло, кокосовое масло. Оно вот так выглядит, видите, банка открытая, поэтому я держала в морозилке. Так оставлять нельзя, даже если и в другую банку выкладываешь, оно все равно потом быстро пропадает, поэтому надо в морозилке держать. И в заключение клюква. Так, лишнее уберем. Крэмберис у меня еще есть такой, смотрите. Это можно купить органик, как соус. Ой, очень вкусно. Вы знаете, действительно делать какие-то соусы очень-очень вкусно. Рекомендую, попробуйте. На медленный огонь я не перевариваю. Я не люблю чересчур переваренное. Получится у меня такой рыбный супчик, овощной рыбный супчик. У меня муж суп тоже очень любит, но он не любит такие, как мы делаем обычно, или там курица, вот как бы так, понимаете. У них есть специальные в банках супы, они привыкли к этим супам, и они их очень-очень обожают. В заключение уже ягоды, потому что они очень быстро провариваются. Имбирь. А ну-ка. О, да. О, да, ребята. О. Еще лучше. Отлично. Ну и всем говорим приятного просмотра. Наши домашние новости. Всем приятного просмотра. А ты что, ушастик, лопоустик? А? Ты спала? Ты спалочка была? Сейчас ты проснулочка? Сейчас ты голодушечка? А потом что захочешь? Гулять. Как нам сказать гулять? Как нам сказать гулять? Гуляшечка. Гуляшечка в уменьшительном. А сейчас-то у нас палочка. Да? Проснулочка? О, проснулочка. Любимочка. Да? Везде красавец. Лампа соляная у меня горит весь день и всю ночь, кстати. Очень полезно. Если у вас где-то есть, купите, поставьте. Очень хорошо воздух. Вернее, для воздуха очень хорошо. Знаете, у меня получился какой-то конфуз. Природный конфуз. Очевидно. Или солнце, или земля сместились в какой-то градус. В какой градус, я не знаю. Но в какой-то градус сместилось. Или солнце. Солнце, признавайся. Или земля. Ну, ясно, что кто-то из них двоих. Дело в том, что, вы понимаете, тень-то у меня на этом месте. Вы посмотрите. Видите? Тень. Это как раз то место, где я прошлый год здесь принимала солнечные ванны. Здесь у меня было все солнечно. Ну, что это такое? 11, 10, 11 утра. Была тень. Я думаю, ну, может быть, ладно, пройдет как-то после обеда. Сейчас 3-4 часа, 4 час. Нет, все равно тень, смотрите. Я не могу ничего понять, что такое случилось. Получается, что у меня тени нет вот как бы с этой стороны. Это как раз здесь, где я собралась высаживать кабак. Так что я буду? На кабаке, что ли, солнечные ванны принимать? Я не понимаю. Ну, сюда чуть-чуть отодвигать, может быть.
сюда я не могу выйти на середину, потому что я не могу закрыться с обеих сторон. Мне надо две стороны. По кругу я не могу закрыться. Вы понимаете, здесь получается у меня обзор во все стороны. Но это тоже как-то, понимаете, неприлично, некрасиво. И с этой стороны вот как бы окна выходят, и с этой стороны окна, дом просто рядом. И получается, что с этой стороны тоже вот верхний этаж, видите, окна просматриваются. Даже я отсюда могу смотреть, внутрь даже окна просматриваются насквозь. Что делать? В огороде я не буду же солнечные ванны принимать. У меня здесь огурцы будут. Ох, птичка поет так хорошо. Ох, поет птичка. Очень много людей просто на прогулке. Очень много. Наверное, из-за того, что, может быть, большинство дома сидят и начинают ходить гулять. А, кстати, это женщина, которая туда-сюда ходила. Интересно, она опять туда-сюда или все-таки решила маршрут свой увеличить? А ну-ка, проверим. Нет. А-а. Тот же самый маршрут у нее возвращается. Да она по этой дороге туда-сюда. Дальше она не боится, наверное, не знаю. Ой. А может, просто лень тоже. Так что такие дела, дорогие мои зрители. Кто разбирается очень хорошо в гороскопах, ну, я имею в виду, понимает, что к чему, где крутится, движется, потому что, ну, я так общие такие знания имею, как бы, понимаете, но так, чтобы углубляться, я не углубляюсь, мне просто лень. Я могла бы, конечно, углубиться во все, что угодно могла бы углубиться и изучить, и выучить, и я бы асом была, а мне просто лень. Я иногда бываю лентяйка. Вот то, что у меня есть, это есть, да. Я ленюсь. Я, знаете, так, тихо, тихо, медленно, так, знаете, нерасторопно. Что мне делать-то? Как вы думаете? А я-то приготовила здесь, думаю, ну, поставлю, здесь у меня такой красивый будет загород, такая, как бы, знаете, заборчик будет такой красивый у меня, чтобы так цивилизованно было. Я стулья как раз белые поставлю, столик поставлю белый. Думаю, у меня будет так классно, зонтик. Вот губу раскатала. А смотрите, весь день буквально здесь тень. Вот весь день. Значит, точно что-то сместилось. Перешли мы, ну, земля-то перешла в созвездие Водолея. Сейчас находится. Ну, наверное, курс какой-то поменяла заодно. Коррозия. Вот такие дела.